Ну что, привет! Вот уж более 30 лет я занимаюсь боксом. И, конечно, во время своих занятий я работал на самых разных ударных снарядах. Это были настенные подушки, мешки, лапы, работа с тренером, работа с партнером. Все это само собой. Но макивара – это открытие для бокса. Такая какая-то новизна. Ну, хотя нет, на самом деле все новое. Это хорошо забытое старое. Макивару используют в боксе достаточно давно, и использовать ее начали прежде всего на Кубе, где были большие проблемы с хорошим и качественным инвентарем. Поэтому они взяли ее из карате и стали применять для того, чтобы отрабатывать ударную технику. Для чего она нужна в боксе? Вовсе не для того, чтобы набивать ударные поверхности и делать жесткими кулаки. Руки мы тейпируем, и в принципе нам набивать их особо не нужно, но... Что ценно, макивара укрепляет лучезапястный сустав. Запястье становится крепким и жестким, но очень хорошо держит структуру кулака. Это важно. Но самое важное, что макивара делает, она ставит нам удар. Мощный и пробивной удар на глубину. После него, после работы такой, более качественно и более уверенно чувствуешь себя в ударах по корпусу. То есть удары по корпусу у меня стали намного надежнее. Я гораздо чаще складываю своих оппонентов ударом именно по корпусу, потому что их сила совсем иная, чем была раньше. Да и, честно говоря, даже если я работаю по глухой защите противнику, удар становится настолько более пробивным, настолько более мощным, что удары эти потрясают оппонента. Поэтому мощный удар никогда не повредит ни одному боксеру, будь он хоть там игровик, хоть там темповик, это не важно. Хороший удар никогда никому не мешал, при всех прочих равных условиях он замечательно рулит. Поэтому, в принципе, советую макивару. Макивару используйте, ее используют уже боксеры, не все, но используют. Александр Поветкин использует. Используют макивару МБШ и макивару Камертон. А учитывая то, что на ней можно регулировать силу сопротивления, значит и силу своего удара можно постоянно повышать. Ну вот как-то так.